Как приятно ехать по живописной загородной дороге, даже в непогоду. В машине тепло и уютно, а на дороге ни души. Но вдруг машину слегка уводит, и чувствуется, что с ней что-то не так. Идет она жестче. Вы останавливаетесь. Вот он, прокол. Вариант первый. Вы во всеоружии, и вам даже будет приятно поменять колесо на свежем воздухе. Да, бывает и такое, что называется, понадеялись на авось. Но бороться придется до конца, ведь рассчитывать на чью-то помощь явно не приходится. Поставьте машину на ручник и на первую передачу. Или на положение паркинг на коробке автомат. Поищите в окрестностях какие-нибудь плоские и жесткие предметы. Например, доски, камни, кирпичи. Они нам сейчас пригодятся. Сначала снимите запасное колесо. Затем выпустите из него воздух. Ослабьте, но не откручивайте полностью гайки на спущенном колесе. Допустим, у нас есть насос, но нет домкрата. Замечательно. Попробуем накачать колесо. Положите заподлицо к порогу найденные на обочине камни, доски или другие жесткие предметы. Спустите колесо подручными средствами для того, чтобы машина опустилась на наши импровизированные опоры. А теперь снимаем колесо. И на его место устанавливаем сдутую запаску. Закрепляем. Накачайте. А наши подручные средства аккуратно сложим на обочине для следующего незадачливого автовладельца. Вариант третий самый худший. У вас нет даже насоса. Положите найденные предметы под порог автомобиля и начинайте подкапывать под колесо. Теперь, когда мы достаточно подкопались под спущенное колесо, его можно снять и поставить вместо него запаску. Прежде чем выбить опоры из-под порога, нажмите колесо на болты. Слегка наклоните машину, чтобы выбить предметы из-под порога. А теперь затянем болты. 4 затягиваем крест-накрест. 5 поочередно. А 6 треугольниками. Помощь нужна? Здравствуйте. На часик пораньше было бы актуально. Спасибо, уже нет. Не так уж все и страшно, не правда ли? Но лучше и комфортнее быть во всеоружии.